Женщине 56 лет, и практически все органы она перечислила, где есть изменения. Щитовидная железа, и сердце, и ноги, и все-все-все-все. Нужен доктор под названием терапевт. И у вас есть болезни, которые в первую очередь нужно ими заниматься. Это прежде всего гипертония. Вторая группа болезней связана с сосудами ног, варикозные вены. Это второе по значимости. Патология очень важна. Щитовидная железа, наверное, это нужно доставить в сторонке. Дальше у вас есть какие-то изменения в яичнике, в молочной железе. Это требует тоже ультразвукового исследования, маммографии. Да, вы же молодая женщина. Но вот нужно, чтобы врач все распределил по полочкам. Первое, второе, третье по значимости. И начать как-то двигаться в сторону лечения.